Здравствуйте, меня зовут Анна Ханину, и я основатель актерской школы и агентства «Талантино». В 2009 году закончила продюсерский факультет в ГИКа, мастерскую Акопова. Несколько лет я работала на производстве сериалов и фильмов в кинокомпании «Стар Медиа», а однажды даже сыграла Екатерину Великую в сериале «Романовы». 12 лет назад я создала собственный проект «Вселенную Талантино». Здесь совпала моя любовь к детям и экспертность в кинопроизводстве. Сначала было агентство. Мы стали искать и снимать детей в кино, сериалах и рекламе. А потом поняли, что не все дети готовы к съемкам, а кому-то важнее не они, а развитие детей. Дать возможность скромным ребятам проявить себя в обычной жизни, в коллективе. Нам очень важна индивидуальность ребенка. Мы создаем безопасное пространство, комьюнити, как сейчас модно говорить, где его не осудят, дадут самовыразиться. Здесь собираются дети со схожими интересами. Нам очень важен сам процесс. Нет задачи год репетировать спектакль, есть задача получать удовольствие и знания каждый урок. На занятиях у ребенка развивается эмоциональный интеллект, нейронные связи, soft skills. Это все работает для обычной жизни, умение заводить друзей, презентовать какую-то проектную деятельность. Недаром нашу школу рекомендуют и приводят своих детей нейропсихологи Валентина Паевская или психолог Виктория Дмитриева. У нас очень поддерживающие педагоги, и мы проводим для них несколько этапов прослушивания. Это не просто уроки. Педагог на занятиях еще и развивает насмотренность и общечеловеческие ценности. Мы ходим на факультативные занятия, за кулисы театров, на съемочные площадки, в Останкино, на Мосфильм. Также есть, конечно, и результаты в виде чтецкого вечера, спектаклей, показов, съемок и кинофестиваля. А также, конечно, наши дети посредством актерского агентства снимаются и в большом кино, и в рекламе, и зарабатывают деньги. Самое главное, что наши ученики возвращаются к нам даже в качестве педагогов. Я могу очень долго говорить о каждом нашем выпускнике, ученике или актере, но лучше один раз увидеть. Я приглашаю вас на бесплатные открытые уроки. Приходите, пробуйте, станьте частью нашей киновселенной «Талантино».